Здравствуйте и всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Енот. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Здорово. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а я их включаю. Эй, их убили наших, я иду за оружкой. Весь движ будет, ребята, пособираться посередине, потому что все оружие оставлено здесь. В основном. Отлично, у нас есть теперь классная винтовка. Серега, за тобой трое идут. На, в голову тебе. Я знаю. Ой. Голову чисто. Ребята, просто бегите бесконечно. Я вам рекомендую это делать. О, двойной прыжок, вы ж не забывайте, можно запрыгивать на высокие предметы. Отлично, я запрыгнул. What the fuck, опять меня взлили. На, в голову. Ой-ой-ой, чисто продырявил. С разгону хочет. А я бегу дальше. Нас такое не берет, поэтому мы берем базуку. Базука это уже будет получше. Ты чё по мне вот это... О, куда я забрался. Всё, вот это жесть у нас творится. Офигеть. Квейк отдыхает в сторонке. А, я живой. А, блин, говно. Бежим сюда. Пацаны, очень опасно. Но мне нравится. Прикольная серия получилась, даже неожиданно. Мы какой-то режим изобрели, да? С квейком. Знаешь, это как волны можно сделать. Мы сейчас их убьем, следующая волна будет. Опа, я вижу оружка с квейки. Пошло. А! А чё я не умираю? Подождите, стойте. Их автоматы не берут. Так, урон между игроками. Попробуй сейчас. А ну, иди сюда, говно. Эй, я тебе должен гоняться за это. О, убили, убили. Серега, а что там было? Что именно? Почему они могли меня убить? Не знаю. Так. Я хочу взять базуку. Отлично. Ну что, мы всех убили? Еще вот куча челиков тут сидит. Да блин, я хотел перепрыгнуть его, и что-то не получилось. Так, тут пацаны по углам эти дробаши лежат. Да. Да, ты уже забрал их. Я хотел поставить больше оружия, но и так будет неинтересно, когда прям чересчур будет, да? Эй! Так, ну-ка не сиди, ну-ка не сиди там. Нифига себе, меня бомбят они. Хотя это только первая волна, мы еще не прошли все. Так, это что у нас? Ну мы уже, вижу, трупейшины валяются, да? Много и сложно. Не-не-не, нормально, не ссы, я так 100 раз сделал. Ты что, надо пора оружие не бери? А! А сколько ж у них жизни, ребят? Ху-ху-ху, я перепрыгнул его. 10 тысяч у меня жизни. Нифига себе, как их убить-то? Ну я же убивал, и Серегу убивал. Да помогите вы мне! Я убью сейчас! Но если бы они легко убивались, было бы не сильно интересно. Ах ты, блин, говно! Убило. Так, я вижу потихоньку... А, это наших мочат. Я думал, это мы их мочим. Мы зато всех чумных перебили. Они легкие были. Ой-ой-ой. Они очень медленно были. Так, навесик, погнали, гранатки. Не нравится, да? Мне тоже. Ой. Сложно. Вырубай, да? Сложно вырубай? Да. Не ссы, не ссы, не ссы, я так 100 раз сделал. 10 тысяч жизней, конечно, это я замудрил, да, пацаны? Я умру, ну убью вас тоже. Хоть жизни потрачу нормально. Ай-яй-яй, мочат. Так, надо какую-то тактику применить, более жестче оружие, что ли. Они тебя убивают, даже если ты на них не смотришь. Ну да, это жесткие скромники. Я лазер взял, да ладно.
Теперь главное... миниган эффективно достаточно. Да? Не, базуки вот эти вот намного эффективнее. Снайперская винтовка, ребят. О-о-о. Я понял, кто у нас, Серега. Ой-ой-ой, какой он быстрый. Не, лазер тоже пойдет, чё? Главное чекать по, за спины, потому что они очень мощные, могут прибежать. Смогу я убить его или нет? Ах ты жоп! Подбежал с другой стороны. Базука моя. Ну чё, иди говно сюда. Мочим их, ребята. Это я сделал, давай. Давайте, наказываем, он не знает, за кем бежать. Базука класс реализовал. Ой, извини, обстоятельства. Еще базучка, отлично, отлично. Здорово, мужик, я тут. Пошло, пошло, пошло дело. Прикрою, постараюсь. Блин, базу... О, пойдет. А, патроны. Так, я разозлился. Сейчас мы их зачистим, я хочу других NCP поставить. NPC-шек других. А ну и говно, иди сюда. Пацаны, пацаны, все нормально, контролируем все. Плазма пушка, по-моему, вообще не дамажит их. Вообще не дамажит. Проверял. Так, ну ничего, никто не появляется вроде бы. Всех зачистили? Давайте я пролечу еще раз по карте. Не-не-не, еще вот одного мочу. Еще много. О, минус. Все? О, биомеханоиды Сириус Сэма. Тебе нравятся они? Да, обожаю. Они слишком... Ну, они слабые, они очень слабые. А, минус. Они слабые, лучше, очень. Лучше бы хнумов поставил. Вот, да, хнумов ставил. Вот эти, рогатые, здоровые, такие серые, с красными глазами. А чё они такие все слабые? Вот так, значит, вы мне решили испортить да. настроение. Да. Хорошо, давайте. Ну ладно. Пацаны, я свой, да? А чё они меня не трогают? Они добрые, что ли? Потому что мы все смотрим на них. Ну, рогаем одинаково. Давайте проверим. Так, все отключено. Странно, они как-то умирают очень. Ой, извини, я не хотел. А что ты там такое жесткое взял, что я с одного удара умер? Да, и это админский пистолет был, я почистил то, что не хотел. А чё они нас... А, мы же смотрим на них все, я понял. Да. Мужик, умирай. И не вставай. Ой. А деды стоят нормальные, я пока буду стрелять. А некоторые двигаются, и я такой. Ага. Вроде прям в голову. Вот стрельнул в голову, и Серега пробегает. Это ж базука. Мочим их. Нет, так не пойдет. Черный бессмертный. Бессмертный, да, говорите? Хорошо. Испортитесь. Они сквозь них стреляют. Патроны пролетают через них. А, все, погнали. Так, значит так, Дима. Значит, вот так, значит, это мой ход. Фиолетовыми челиками. Ой, тут какие-то штуковины летят. Нормально, мы мясо устроили, мне нравится. Так, они легко, кстати, должны мочиться. Да не особо-то. Да, они не бессмертные? Че они не убивают? Я не знаю, почему они не умирают? Может, слишком много жизни или бессмертные? То навряд ли они бессмертные. Значит, оружие. Давай я возьму админ. О! Может, значит, им оружие не подходит из других. Ты думаешь? Спасибо, наверное. Им оружие, наверное, не подходит, им урон не наносится. А, урон не наносится. Сейчас мы админский пистолет возьмем, проверим, наносится или нет. Так, черный экран, это очень сильно. Кто мне сделал темную? Третий. Есть, я научился прыгать правильно. Пацаны боятся слази даже. И девчонки. Ага. Так, проверяем админский пистолет на этих додиках. Они не умирают. Вот в чем смысл. А, они умирают. А почему, я не знаю.
Обычные же челики. О, фиолетовые вот эти вот обычно умирают, которые целиком фиолетовые. А вот эти нет, да? Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Димас, давай, может, я поставлю NPC? Давай. Волна от Сереги. Рандомно, что хочешь, можешь ставить. Сейчас. А я пока оружие пойду пособираю. Что угодно. Базука есть. Нет, только Серега пусть ставит. Автомат есть. Ох, а чё этих, Серега? А чё? Ну они же классные. А чем они стреляют? Шарами. Давай я проверю одного без... А это умирают они или нет? Да, умирают, отлично. О, эти ракетчики. А ну давай, иди сюда. А чё они не ходят, стоят на месте? Они застряли, походу. Ну-ка я в углах их сейчас поставлю. О, здорово. Нет, эта карта не подходит. Может, в карте ясно, дело? Эта карта не подходит. Давайте на других, чтобы бегали. Дима, свои любимые. Погнали. Ура! Они же все быстрые. Ура, я успел вовремя запрыгнуть на высокую местность. Серега, а что такой жесткий? Страшно вылазить. Ну, твоих любимых поставил. Ты да, же... как я это любимый, они он моментально мочат меня сразу. Они точно умирают? Да вроде бы нет. Да, да. Не, они умирают. Они умирают из них. Ой, это укрытие. А чё мы живые все? Ой. Димас, давай-ка я лучше. Давай ты, потому что что-то меня просрало. Так, моя очередь. А я тут мочит их. Спасите меня. Ого, их тут. О, Серега. Ой-ой-ой, хотел убежать. Да. Серега, может ты разучился уже? Нет, это бомбы, видимо, не те. Ой. Они все равно живые, Димас. И я, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!